Б. Блогер вернулся домой. Квитанции, электричество и вода в руках. Руки еще не помыла, зато камеру схватила. Это же вообще, это же надо же. Попутно зашла в магазин, купила воды, две баклажки. Купила, зашла за шоколадками, ну и купила крылышки. Сладенького купила. Ну, короче, шоколадочки. И крылышки куриные хочу пожарить сейчас. Воду выпила, а мимо мусорки не проходила. Не могу бросить. Никуда. Ни в асфальт, ни в газон, никуда. Крылышки купила. Куриные такие малютки, прям вообще. Шоколадочки. Сейчас планирую кофе попить. Хоть время много. Я утром не пила. Утром мне было херово, я пила Айран. 61. А, 30, 61 лиру сдали. 38 лир. Ну и водичка. Надо хоть руки помыть. Капитально, капитально, капитально. Кофе поставлю. Выпью кофейку и начну жить заново, где не будет места пьянству. Да, правда. Ага, точно. Сегодня собираемся идти на улицу баров и ресторанов. Будем, наверное, пировать снова. Поэтому нужно мне выпить кофе. Дайте, как это, как загнанный зверь, мечусь в клетке. Штатив. Ну, это, знаете, только это покрывало. А можно открыть. Поставлю кофе и посмотрим, сколько за электричество и за воду. Я даже, если честно, не посмотрела. Я знаю, что там, ну, немного. Столько же, сколько в следующем месяце. Быстренько поставлю вас. Темно, да, уже? Полтурочки сварю. Полтурочки. Даже вилки нет. Ой, даже ложки маленькой нет. Их всего три у меня. Блядь, грязная. Так, а ну, смотрим квитошки. А ну. Садимся. Кстати, я штатив сломала. Сегодня утром. Вот эта вот штука треснула. Видите? Я ее сейчас склею. Если буду впредь умнее, вот эту штуку я склею. Потом также ее надену. Но держаться-то она держится. Но видите, кривовато. Надо склеивать, блядь. Так, чё? Вода. В прошлом месяце я не знаю сколько. Вода 30 лир. А ну 31 лира. С 21 февраля по 21 марта счет выставлен. Так, электричество. 101 лира. 101,30. Оплатить нужно до 4 апреля. Тырым-пырым-пырым-пырым. Мне кажется, в том месяце у меня было 138, здесь 101. Но я кондиционер вообще практически не включала на обогрев. Не потому что я берегла, нет, не потому что. Ну, а потому что, блядь, мне не надо было. Оно. Что там по новостям? Что в мире? Что на балконе? Такой теплый вечер. Такой теплый, прекрасный вечер. Ага, очень даже. И кофе можно выпить на балконе. Это будет идеально просто, идеальный расклад. Мне так кислорода сегодня не хватало. Да что-то подумала, что сейчас не буду жарить крылышки, потому что
Я только что съела мороженое. Тёма заходил, ел тост, а я мороженое. Я еще это индейку достала. Там картошка, морковь, все в ящике есть. А сегодня жарила. Сварила макарончики, спагетти. И здесь жарила с сыром. Ой, как было вкусно. Спагетти. Так. Мне надо что сделать? Мне нужно убрать. У меня кофе варится. Мне нужно, знаете, что сделать? Мне нужно. Так. Склеить штатив. Сейчас я склею. Вечером постираю куртку красную, уже носить ее больше не буду, потому что уже все, уже тепло, уже все ок. Сейчас мы. Африка Кидс. Домой придешь, слушайте, туда, сюда, пятая, десятая, блядь. Программа «Время покажет». Расческа. Нужно все положить на место. Еще палец, смотрите, поранила. А, не видно, да? Красненько. Заусенки срезала. Еще, блядь, на пляже. Пиздец. Брала с собой щипчики. О, сейчас кофе сварится. Я приду сейчас в себя. Прям хочется кофе. Вот сейчас хочется. Утром я понимала, что это лишнее. Так. Это по воде до какого заплатить? До 8 апреля. А здесь до 4. Все. Квитанции на выход. Это на оплату. В ближайшее время нужно оплатить. Так. Мариуполь придется нам отстраивать. Нацисты все разбомбили. Ну ничего, отстроим. Отстроим. Мариуполь наш город. Отстроим. Мы для себя его сделаем. Так. Сейчас надо склеить. Так, секундочку. Так, мне нужно склеить вот эту вот штуку. Сломанную. Вот тут нужно маленечко капнуть. Так, сейчас надо полотенце. Мало ли, блядь, капнуло на стол. Я тут. Я же знаток, я же грамотей. Портить все. Ну что, блядь? Конечно, надо написать заявление в прокуратуру. Зло должно быть наказано. Блядь. Ну что, скоро мы переломим хребет националистам. Уже переломили. Сидят там что-то. Что, националисты у вас нет, да, больше? Ну, мало осталось у вас провизии. Мы ваши все склады взорвали. Это классно, да? Ай да молодцы. Ай да молодцы. Блядь, засох клей.
Как же это, блядь, сделать-то, а? Палец-то. А, ватной палкой. Можно же ватной палкой. Ты-ды-ты-ды-ты-ды-ты. Так, ватной палочкой. Ты-рын-ты. Ой, блядь, кофе. Да ты чё? У преступников всегда все хочется снять за видео. Они же гордятся, что делали. Очередной самокруг от братьёра. Местные жители угрожают парню дубинками, заставляют его раздеться догола. Хотят, чтобы в таком виде он прошел по улицам, считают вором лицо. Нам не знать всем. На территориях подконтрольных Киеву местные власти бездействуют, рассказывают в соцсетях жители. Поэтому люди сами стараются бороться с мародерами, привязывают их скотчем к столбам. Понимают, что им за такое жестокое обращение все сойдет с рук. Как и националистам, которые в данный момент волнуют страны, будут устанавливать свои порядки. Сожглась. Вы представляете, какая химическая реакция? Вы видели, блядь, юный химик? Так это-то склеилось, вы понимаете? Как склеилось? Так быстро? Нет, не склеилось. Блядь. Ой, блядь. Все. Блядь, все, хана. Ватная палочка вытянулась. Здесь все зарумянилось. Блять, хотела склеить штатив. Я склеила. Отключила камеру, и я склеила. Ясно? Так. Порошенко. Тимошенко. Позорище, позорище. Ну, сейчас вы за все получите. Мы вам устроим. Кофейку хлебнем. Кофейку хлебнем. Все, только камеру выключить, сразу же все идеально получается. На камеру, блядь, не получается ничего. Хлебну водички. 0,5 уже выпила, а зашли в магазин. Вчера вечером столько воды выпила, пошла вообще. Идемте пить кофе. Кофе на балкон. Так, телефон и шоколадки все берем. Кармашек. Так, подожди. Вот это хочу попробовать. Вот эти вот две маленькие худенькие. Это я выложила сегодня у себя в Телеграме вот этот сюжет. Мне Белла прислала. Вот.
Вот. Кто подписан на мой телеграм-канал? Я сегодня выложила. Ой, блядь. Во. В Бразилии, значит, она уверена, что сейчас миру нужна полноценная работа всех. Идем на балкон, вкусно пить кофе. Утром не было, так хоть вечерком попьем. Наконец-то на улице стало тепло, уже можно даже вечером пить, сидеть на балконе. А сегодня днем у нас было 19. 18-19, завтра будет столько же, а потом все теплеть и теплеть. Ну-ка, сейчас посмотрим погоду в Алании. Сейчас 19:36. Погода в Алании. Сейчас в Алании 16 градусов, ясно? 16, сейчас. Время 7:30. Ой, не текущее местоположение. Сегодня было 19, завтра 19, 18. Глядите. Видите, какая прекрасная погода. Оксана очень любит вот такие вот тортики медовые. Оксана и ее дочка Есения, они очень любят такие. Да, блядь, как открыть-то? Представляете, не открывается. А, вот. Такой стоит 3,40 что ли. Такая 2,85, очень вкусная шоколадка. Вот такая вот 2,70. А та, которая с гофре, 3,50. Тортик. Хуйня. Ну, как хуйня? Этот доем и больше не куплю. Хуйня. Оксанка их скупает прям коробками. Обыкновенный бисквит. Как киндер пингви. Поставлю видео на загрузку. Пойду в душ. И буду на зарядку телефон. Видео на загрузку. И пойду в душ. А, вкусно шоколадка. Фирма Тарку. Как это? Как Айран. Вот такие шоколадки только в Айсбир продаются. В Мигросе нет. Как же вкусно. Прекрасно. Вечером кофеек как раз для бодрости. Потому что я спать не собираюсь, потому что сегодня пятница. Все.